Блин, страшный, как череп, блин. Уже похудел. Ты норм. Норм. Вроде модно. Похож на Малефисента, блин. Подожди, еще что будет. Всем доброе утро. Я прекрасно выспался. Сейчас 6 часов 20 минут. Думаю, где-то через полчаса за мной уже приедут. Что я чувствую? Адреналин. Меня зовут Андрей Павленко, мне 42 года, я хирург-онколог, я отец, я просто человек. Два года уже прошло. Полтора года. Да, март 18 года, все правильно. Я, наверное, начну чуть раньше. Это было в Петрозаводске, я до сих пор помню. Это было ноябрь 17 года. У меня резко возник болевой синдром. Прямо во время операции. Они были иногда и раньше, эти боли. Ну, я опять попринимал там препараты, которые гасят кислотность желудка. На этом фоне все прошло. Я был спокоен, потому что я делал гастроскопию себе в 2016 году. В областном онкодиспансере мне делали опытные эндоскописты. Мне поставили гастрит. Самое важное и принципиальное – не торопиться. Аккуратно, спокойно. Интенсивность болей наросла. Я думаю, что надо все же, наверное, сделать себе гастроскопию еще раз. И я пришел к нашему эндоскописту Вову Мальков. И попросил, говорю, Вов, надо посмотреть, что-то у меня с желудком не то. Он говорит, под наркозом будешь? Я говорю, да нет, я говорю, давай так. Ну, это была ошибка, конечно. Ну, в общем, тем не менее, я в сознании, находясь, видел на экране свою опухоль. Видно было, что это опухоль совершенно точно. Видно было, что она большая. Видно, что она инфильтративная. Ну, и Вова набрал биопсии. Я сказал, ну, Вов, говорю, тут, в принципе, чудес, наверное, ждать не придется. И, по большому счету, через сутки у меня уже был диагноз, ответ, что это низкодифференцированная аденокарцинома, что это рак желудка. Вот так я узнал в марте. Это было 18 марта. 18 марта 2018 года.
страх. Страх очень сильный. Липкий такой, как говорят. Да, но... В принципе, ну, он очень быстро прошел. Ну, то есть первые буквально несколько моментов, мгновений было страшно, очень страшно. Это была суббота. Это была суббота, мы были на работе, смотрели больных. Я сказал ребятам, говорю, ребят, ну что, ординаторы? Говорю, что все, говорю, диагноз ясен. Говорю, все понятно. Говорю, это рак желудка. В общем-то, первая мысль была самая такая, которая появилась у меня в хирургическом мозгу, это отрезать нахрен, не дожидаясь ничего. То есть вырезать все, не проводя ничего, никакой химиотерапии. Но эта мысль быстро потом меня покинула. Посмотрите, что происходит, да? То есть волосы выпадают. Жена меня начинает ругать и говорит, что я плешивый кот. Шучу, конечно. Но, в общем-то, с этим дальше бороться можно только одним способом. Да? Буквально сразу же после первого курса, через несколько дней, причем так интересно, когда прокапали химию, сняли там вот эту длительную инфузию, я заснул, и у меня такие покалывания в голове. Ну, я так понял, что это отмирали мои эти луковицы волосяные. Я прям буквально чувствовал, как каждая луковица погибает. Ну и на следующее утро я уже встал, такой начал волосы свои брать, и они начали вылазить реально клочками. Был один момент, когда старшей дочке Софье было годик, почему-то возникла идея ее побрить. У нее уже довольно серьезная шевелюра была на тот момент. Но мы решили сделать ее еще более пышной, видимо. Мы начали брить ее ровно с середины, выбрив большую полоску. Оба упали от смеха. Софья это очень не понравилось. На что Софья отреагировала бурным плачем. Я один раз стригся на волосы на первом курсе академии. Это было... Я был похож на беспризорника. Не знаю, как сейчас. На следующий день я, придя на работу, уже лысым, захожу в ординаторскую, все сидят в шапочках. Такого никогда не было. Ну, что там в ординаторской, зачем в шапочке сидеть? И тут они встают такие, раз. Андрей Николаевич, мы с вами. Это был очень такой чувствительный момент. Тоже даже скупая слеза мужская скатилась у меня по щеке. Вообще они очень сильно переживают, ребята, очень сильно. Я за них очень сильно тоже переживаю, потому что молодые очень, ну как, они уже с определенным опытом, но все еще молодые, и им очень важна вот эта была моя спина. Конечно, я не знаю, очень рассчитываю, что они смогут с этим справиться. Пошла тема, да? Все, тоцик? Нет. Нет, я еще пока про медикацию. Сейчас это быстро. Все, теперь кольцо. Угу. Возникла еще одна мысль, тоже очень быстро, буквально минут через 10-15. Илья Фоминцев услышал от меня звонок в субботу, и мы с ним договорились встретиться в воскресенье, чтобы обсудить кое-какие мои мысли на этот счет. Я ему рассказал о том, что у меня низкодифференцированный рак желудка, и о том, что я бы хотел этот повод, инфоповод, использовать для определенных целей. И мы начали работать уже в направлении каких-то мыслей в отношении проекта, который бы позволил облегчить жизнь всем нашим больным онкологического профиля. И в настоящее время я являюсь самым настоящим онкологическим больным. У меня есть все атрибуты онкологического больного. Это порт для внутривенных инфузий, который установлен под кожу. И я уже прошел первый курс химиотерапии. Я хочу, чтобы вы были максимально информированы о своей болезни. Я хочу, чтобы вы знали о всех возможных осложнениях, которые вас могут ожидать. И я максимально открыто хочу рассказать вам о том, как с ними можно бороться.
на примере моей, ну, скажем так, ситуации можно совершенно четко сказать о том, что ни один человек не застрахован. И у меня шансов, я прекрасно понимаю, ну, 50 на 50. Может, даже где-то 40 на 60. Не в мою пользу. И это я сам понимаю, как онколог, который лечил этих больных очень много. Даже эти 40% при хорошей информированности нужно обязательно использовать. Все знают проблемы. Все знают, что они существуют, и никто их не озвучивает. Просто достало по-человечески. Надоело. Это первое. Второе. Жалко больных. Потому что, ну ладно, хорошо, там есть все же хорошие доктора, но есть куча плохих докторов. Рак желудка идеальный вообще для, скажем так, моей истории болезнь по одной простой причине. На момент, когда я заболел, по официальной информации, только в нескольких лечебных учреждениях страны делали диагностические смывы с целью диагностики, что является обязательным стандартным вмешательством для стадирования адекватного рака желудка. Всего лишь в нескольких можно было перечислить по пальцам одной руки. Нигде больше не делали диагностические смывы. Нигде не делали дооперационную, переоперационную химиотерапию, поверьте. Единицы. Буквально единицы. И это был прекрасный повод озвучить то, что как бы это все должно было бы выглядеть в идеале. Да? Потому что, имея на руках такую памятку, дорожную карту, по большому счету больные бы понимали, по крайней мере, что спрашивать с доктора. Да многие доктора на самом деле тоже понимали, что так нужно делать, приходили в администрацию, администрация часто говорила: да отстаньте вы от нас со своими стандартами, работайте как работали и не трогайте нас. Вот и все. Здесь снова у тебя врач вышел на первое место? Да. А пациент про себя-то когда стал думать? В первый раз? Наверное, не начал думать до сих пор. Рак желудка третьей стадии. Такой диагноз поставили врачу-онкологу Андрею Павленко. Агрессивную форму опухоли в третьей стадии обнаружили у него еще весной. Андрей Павленко узнал, что у него рак. Андрей Павленко один из лучших онкологов страны. Сам стал жертвой тяжелой болезни. За судьбой хирурга-онколога Андрея Павленко сегодня следит вся страна. Портал «Такие дела» вместе с Андреем открывают специальный проект о системе онкологической помощи в России. И о том, что проходит и узнает человек с онкологическим заболеванием. Сейчас Андрей Павленко со мной на связи. Здравствуйте, Андрей. Добрый день, Михаил. Первый вопрос, как вы себя чувствуете? А вот это ваша видеоистория. Это история о том, как вы уходите из жизни, или нет, о чем? Скорее, это как необходимо жить. О том, как человек должен реагировать на очень тяжелый диагноз, который угрожает тебе. Да. И это история, как не уйти из жизни раньше времени. В самом деле, болезнь, которая, ну, как бы у меня, она может длиться годами. И люди знают, что даже при самом плохом прогнозе, ну, наверное, у меня пару лет точно есть. Сейчас появится здесь Софья, Кристина и Данила. Давайте поаплодируем молодому поколению семьи Павленко, которые пришли поддержать папу. Почему-то сейчас очень ярко пришло это воспоминание. Это когда мы с отцом ездили, по-моему, в аэропорт. До аэропорта ехать было, не знаю, там, до ближайшего километров, наверное, 700 или 600.
в общем, далеко. И ехать нужно было по пустыне, по бетонке. И на тот момент эйр-кондишенов не было. То есть единственная в машине возможность себя обдуть – это вот эту переднюю форточку направить так, чтобы тебя обдувало, а воздух все равно раскаленный. И вот через каждые 5-10 километров мы останавливались, и на обочине всегда была вырыта такая купальня, что ли, ну, в общем, с холодной ключевой водой. Вот я помню до сих пор, как мы с отцом ехали долго-долго и периодически останавливались и окунались в эту ледяную воду. Помню, как с отцом ездили проверять караулы. То есть старшая группа детского садика, батя сажал меня в свой Урал, он был командиром по части. И мы ездили по пустыне проверять караулы там в различных там этих местах. Это тоже такое ночь, пустыня, этот ревущий Урал, мощная очень машина. И свет такой в пустыне далеко распространяется. В общем, тоже очень яркие воспоминания. Поездки на полигон и отцовская форма, династия, да, мой прадед был военным, мой дед военный и отец военный, поэтому, наверное, это повлияло, и мысли, которые были у меня заложены, они исключительно, ну, они говорили мне о том, что я хочу быть именно военным врачом. Я поступил в военно-медицинскую академию. И у нас был дружный очень коллектив, третий взвод. Третий взвод очень такой, на мой взгляд, самый дружный. Ну, хотя, наверное, это я так говорю, потому что я в нем учился. Учиться было непросто, потому что помимо обычных обязанностей студента-медика, на тебя еще падали такие обязанности, как нести службу в наряде. Да, то есть это наряд по кухне, наряд по курсу, патруль по городу. И ты приблизительно 7-8 дней в месяц отсутствовал как студент-медик и работал как солдат-срочник. Ну, это вырабатывало, и тебя дисциплинировало. Ты пытался использовать каждую свободную минуту, каждый свободный час для того, чтобы, ну, скажем так, закрыть все долги, которые у тебя образовывались. Это было непросто. Но я точно помню, что мне это очень сильно помогло в плане моего мировоззрения, наверное, так. Я научился ценить время. А это пускай. А у тебя почему такой клинч? Подожди. На первом курсе я уже первый раз съездил в институт скорой помощи Джанелидзе подежурить волонтером. И зайдя в операционную первый раз, увидев там банальный аппендицит, я вообще понял, что, боже мой, как они в этом что-то понимают. Все какое-то красное, бесформенное вообще. Я никогда не стану хирургом. Вот это первая неуверенность, первые такие мысли о том, как же это возможно все понимать-то. Как это, блин, это же невозможно все. Я ушел такой погруженный в мысли, думаю, блин, стану ли я, смогу ли я. Вот, ну, в общем-то, в принципе, с того момента я делал все, чтобы эту ситуацию чтобы эта ситуация стала более понятна для меня. И дежурство, на самом деле, волонтерство – это один из самых важных компонентов становления любого профессионала, любого специалиста, потому что именно ну, должна быть хорошая мотивационная составляющая. Без этого никуда. То есть человек должен понимать, что он этого хочет. И что это ему интересно. Thank you.
приблуда такая. Про план мне потом, ну, нам потом про план расскажешь. Я тебе сейчас расскажу, хочешь? Хочу. Давай. В чем он заключается? О, глобали. Я заглобалил, я заглобалил. У нас же преобладает пассивная система обучения, да? Да. Стой, смотри, как я оперирую. Да, да. Да? Чем больше смотришь, типа, тем больше умеешь. А я хочу изменить его, этот момент, да? А почему так происходит? Ординаторы, которые приходят в ординатуру, у них нет диплома, они не имеют права числиться ни лечащими врачами, ни операторами, ни фигурировать вообще в операционном журнале. Да, в условиях сейчас гонений там и так далее, не дай бог там кто-то узнает, что ординатор что-то сделал, не дай бог что-то осложнится, ну ты сама понимаешь. Юридические моменты очень строго сейчас нужно соблюдать. Поэтому идея такая, что целевая аудитория для этого проекта – это люди, которые закончили только что клиническую ординатуру, по хирургии или по онкологии, думаю, неважно, которые имеют на руках уже диплом врача, которые могут быть официально устроены на работу, да, совместителями на 0,25 ставки. Ну, совместители можно сколько угодно брать на отделение. И они имеют официальный статус в клинике, да, то есть они могут фигурировать как лечащие врачи, они могут фигурировать в операционном журнале, они могут фигурировать как операторы. Резидент должен выполнить определенное количество оперативных вмешательств. Он должен руками работать. Поэтому вот такая идея. Он будет финансировать? Фонд. Профилактики рака? Нет, другой фонд. Другой фонд. Фонд так и будет называться. Фонд развития хирургической онкологии. 90-е, дикие 90-е уже заканчивались, но еще регулярно постреливали в Петербурге. И на кафедру военно-полевой хирургии частенько приводили огнестрельные ранения, ну, ножевые ранения, естественно, падение с высоты, дорожно-транспортные происшествия. Это был бесценный опыт неотложной хирургии, абсолютно бесценный. И, на мой взгляд, любой хирург, который хочет стать неважно кем, трансплантологом, кардиохирургом, там, хирургом-онкологом, вот этот базис, который он получает в процессе освоения навыков и манипуляций неотложной хирургии, он является одним из самых важных. И, на мой взгляд, мое быстрое становление как хирурга-онколога получилось только благодаря тому, что у меня был очень хороший навык неотложной хирургии. В принципе, если 2 недели назад вам делали КТ, то можно не повторять его, можно будет использовать их, ну, скажем так, результаты. Но МРТ нужно будет обязательно. И пускай супруг настраивается на большую операцию. Помните, я вам рассказывал, что это за большая операция? Потому что без его настроя, без его согласия, естественно, мы на такой объем пойти не сможем. Но и другого варианта для излечения у него тоже не будет. Он тоже должен это понимать. Это чтобы хотя бы был небольшой аппетит. Все. Очень мечтала, что мы поедем вместе. Понятно. Как вам, сколько еще ехать-то? Нам осталось сейчас 15. Меня вот там все ждут, уже Ика и мамита суп приготовила, нас ждет. То есть мы сразу забираем ключи, и я Ике покажу дом. Понятно. Ну, молодцы. Ну, пока ничего, еще не накрыло. Накроет позже. Ну, давай, тебя обнимаю, включись. Давай. Мы тебя ждем. Давайте, девчонки, мальчишки. Всем привет, пока-пока. Что, подожди, вот сыну скажи пока. Даня, пока-пока. Пока-пока. Да, пока-пока. Мы тебе скучаем. Я тоже, заяц, скучаю. Все. Ну, давай. Давай, целую. Пока. Целую. Ну что, Мила, ты пришла меня поддержать? В 2005 году я приехал в военно-медицинскую академию, начал учиться в аспирантуре. Академию не пускали тогда в страховую медицину города. Прекратились поступления по неотложной хирургии. Никого не привозили на кафедру, и был такой период, когда там 2-3 недели
2-3 недели ни одного поступления на кафедру не было. То есть хирург без практики, денег нет. Дальше научная работа, которую мне предложили выполнить, она была очень интересная, она действительно была тоже на острие. Это, до сих пор помню название, это клеточные механизмы раневого процесса при современной боевой травме. Но в академии денег не было. Я составил эксперимент, мы каким-то образом нашли несколько десятков свинок, свиней. Моя задача была стрелять в заднюю конечность свиньи из различных калибров через различные бронеконструкции. То есть там еще мы имитировали бронежилет. Вот, мы провели длительно эксперимент, он длился почти месяц. Я забирал различные пробы, там, ставили катетер в ухо свинье, то есть я забирал периферическую кровь, я забирал содержимое раны на различных этапах раневого процесса. Вот, ухаживал за свинками, потом свинок выводили из эксперимента, брали на гистологию образцы тканей, ну и, в общем, все это вот маркировалось определенным образом. То есть настоящий научный эксперимент. Самое важное в этом научном эксперименте было то, что вот как только я приехал в Петербург, мы с женой ни разу не ели мясо. Мы сидели на хлебе и воде фактически. У нас все деньги уходили там на баночки и продукты питания для нашей дочки. И, по крайней мере, в этот период моей жизни, по крайней мере, у нас в семье реально появилось мясо. Получалось так, что свинки нам помогли. Я провел эксперимент, все это заморозил. И так оказалось, что одна планшетка на определение одного вида цитокинов стоила где-то порядка 60 евро на тот момент. И я посчитал, чтобы мне полностью обсчитать весь свой материал, который я собрал, Академия должна была заплатить порядка 60 тысяч евро. Начались переговоры с администрацией Академии. Естественно, в Академии таких денег никто выделять не собирался, их не было. И когда меня позвал шеф, он сказал одну простую вещь. Говорит: «Андрей, ну ты же умный мальчик, ты же знаешь, что должно получиться». Ну, то есть мне было предложено написать типичную русскую диссертацию, взяв ее, российскую, вернее, не русскую, российскую, взяв все данные с потолка и из зарубежных источников и подтасовав факты. Я начал искать какие-то альтернативные варианты для дальнейшего, ну, вообще, в принципе, своего развития. Мне очень повезло, я был знаком с прекрасным человеком, это Игорь Александрович Ерюхин, член-корреспондент Российской Академии Наук. Я просто по-человечески пришел к нему и рассказал о том, что, представляете, Игорь Александрович, вот приехал, блин, на родную кафедру, говорю, и не хирург, говорю, и денег нет, еще и наука, вон, посмотрите, что мне предлагают, и вообще, и загрустил. Он говорит: ну, а говорит, чем ты хочешь заниматься-то? Я говорю: знаете, Игорь Александрович, я всю жизнь хотел стать хирургом, я хочу развиваться в этом направлении, но я абсолютно не вижу дальше, как мне поступать. Он говорит: ну давай я тебя попробую познакомить с хирургами-онкологами. И мы вместе с ним на трамвае приехали, тогда еще по Литейному ходили трамваи, приехали в областной онкодиспансер, и он познакомил меня с Ласло Дилучем Романом, и я опять попросился волонтерить в онкодиспансер. И когда я первый раз пришел в операционную, я до сих пор помню эти ощущения, чувства, я понял, что я абсолютно ничего не умею, я ничего не знаю, и вот реально вот то, что я сейчас увидел, это то, к чему стоит стремиться. Я твердо решил, что никакой высосанной из пальца диссертации не будет. Я уже на тот момент понял, что мне придется расставаться с погонами. Это было очень непростое решение. Прервать династию, но тем не менее я понимал, что тут надо выбирать либо быть военным, либо быть хирургом. И что все свои дальнейшие усилия я буду направлять на то, чтобы попытаться остаться и закрепиться именно в этом учреждении. Потому что я там увидел самое важное – хирургическую школу. Мы
это ты уже идешь над артерией, мне кажется. Возьмись вот здесь вот. Да. Да-да-да. Это нижняя брыжеечная. Ага. Ветки. Вена. Очень худой. Худой. Очень худой. И нужно очень аккуратно. Слой будет такой, очень невыражен. Вот слой наш. Вот верхняя прямокишечная артерия бьется, да, видишь? Вот вижу. Ага. А снизу уже подвздошная просвечивается. Угу. Надо аккуратно очень. Можно? Два инструментика. Ага. Второй. Смотрите, вот это правый гипогастральный нерв. Обратите внимание, да? То есть его нам нужно с вами сохранить. Он отвечает за мочеполовую функцию и мужчин еще и за потенцию. Поэтому 62 года не старый возраст еще. Не надо портить мужчине качество жизни, да? Надо попытаться максимально сохранить это. Обратите внимание, это уже вены, да, тазовые. И здесь надо быть очень осторожным, особенно у таких тощих больных, они фактически сразу под тонкой-тонкой фасцией. Движения должны быть очень четкими здесь, в этом плане. Осторожно нужно действовать. Видите, да? Кровотечение отсюда, как правило, приводит к конверсии, потому что остановить чуть правее. Посмотри, пожалуйста, Андрей, правее. Правее. Ага, чуть-чуть. А, отлично. Что остановить лапароскопически бывает довольно сложно. Мы тогда жили в коммуналке, можно сказать, с Анютой, с семьей. Ну, я сидел, читал книжку. Книжка, как это ни странно, называлась «Рак желудка». И я сижу, читаю эту книжку, мне дали, ну, там, почитать ее буквально на неделю. И звонит ныне покойная, кстати, моя тетка, сестра отца, Наташа, и говорит: «Андрей, у отца рак желудка, и что его оперировали, и что ничего нельзя сделать, и что это четвертая стадия». В общем, ну, конечно, это было как, ну, в общем, снег на голову. Ощущение сложно себе представить. Ну, так вышло, что к тому моменту отец уже не жил с матерью, они разошлись где-то в момент, когда я был уже на третьем курсе академии, то есть где-то 98-й год. Ну, и он уехал в Украину жить. И, естественно, я решил, что я должен ехать к нему. А жили мы тогда с семьей. Ну, я могу сказать, что нам реально не хватало на самое необходимое. То есть мы снимали коммуналку, и, по большому счету, денег хватало только на нормальную еду детям. Социальных пособий никаких не было. Я на тот момент платил еще за платную гражданскую ординатуру. Ну и, в общем-то, было очень непросто нам. И я долго думал, как же я поеду к отцу, на какие деньги я возьму билеты и вообще где, как это все будет происходить. Ну, я понял, что сейчас нужно попытаться вмешаться в судьбу отца. И это вмешательство, на мой взгляд, могло что-то исправить, ну, что-то изменить в лучшую сторону. Естественно, я сразу же отложил все остальные дела, и это вышло на первый план, это было в приоритете. Естественно, я не стал, ну, как бы относиться к этому спокойно, и я занял денег, и я уехал к отцу. Он меня встретил на платформе, я помню до сих пор, он был уже худой, такой же, как и я сейчас. И я говорю: «Бать, ну что?» Он говорит: «Ну, сынок, говорит, у меня рачок». Так сказал рачок. Мы приехали к нему домой, он жил тогда в Смеле с женщиной. Они с ней расписались в его доме. И я понял, что он практически ничего не ест. Мы сели за стол, там накрыли стол, немножко выпили по рюмке. Отец практически ничего не ел и большую часть времени уже лежал.
Я для того, чтобы выписки, которые он предоставил мне, да, его оперировали в Киевском военном госпитале. Очень хороший, кстати, госпиталь, очень там нормальные специалисты были. Но выписка была скудная, и мне необходимы были подробности. Поэтому я сказал отцу, что мы едем в Киев с тобой. Там наши родные, мои тетки, его сестры. Поэтому мы позвонили им, созвонились, сказали, что остановимся у них. И мне нужно было зайти пообщаться с хирургом, который его оперировал, делал эксплоративную лапаротомию. Ну, то есть разрезал, посмотрел и зашил. Вот, я помню, что меня поразило. Мы давно потеряли контакт с отцом. И даже по телефону у нас не складывался разговор. И в этот раз, когда мы ехали на поезде в Киев, 4,5 часа мы не проронили ни слова. Ни я не нашелся, что какой вопрос задать, ни он ничего не спрашивал. Это было так тяжело и мучительно для меня, до сих пор это помню. Почему же так? Вот. Я поговорил с хирургом, спросил, что вы нашли. Он объяснил, что тотальная инфильтративная опухоль. Они все подтвердили. Ну, то все делали правильно. Его не нужно было оперировать. И я сказал, что, батя, я тебе повезу в Москву. У него на тот момент уже не было действующего российского паспорта. У него было только старое ветеранское, такое, ну, вернее, пенсионное удостоверение военное. И у него было свидетельство о виде на жительство в Украине. Я помню, ни по одному из этих документов он не имел права пересекать границу. Вот, я беру билеты нам до Москвы. На границе плачу взятку, чтобы его пропустили в Россию. Он впервые увидел тогда Софу, потому что мы приехали в Москву всей семьей. Ну, в общем, такой вечер был очень волнительный. Вот, а потом я его привез в Бурденко. И в Бурденко его начали диагностировать, сделали компьютерную томографию. Почему-то не обнаружили этих лимфоузлов, которые описывал хирург. Зародилась какая-то такая надежда, что вдруг это неправда. И я оставил отца, потому что у меня не было, во-первых, денег, во-вторых, мне нужно было ехать, ну, в диспансер, ну и дома семья тоже там в коммуналке, без денег, без ничего. Я оставляю его в Москве, в Бурденко, и мы с ним дальше общались только по телефону. И я уезжаю в Питер. Держу связь. Говорят, что его будут планировать на операцию. Потом созвонился с ним. Я говорю, может, химиотерапия? Батя, может, ты неправильно понял? Он говорит, нет, на операцию. И его берут на операцию в Бурденко. Ну, я так подумал, ну, Бурденко же нормальные хирурги. Наверное, делают правильно. Они его прооперировали и сделали напрасную операцию. Паллиативное удаление желудка при абсолютно неоперабельном распространенном процессе. Этого не нужно было делать. Они украли у него еще, наверное, несколько месяцев. Он мог бы жить дольше. Он, естественно, осложнился, как это бывает. У него была несостоятельность, он ее переборол. И он долго лежал в реанимации. Я приезжал к нему в реанимацию, когда он был на искусственной вентиляции. Это было тяжелое очень зрелище. Он превратился вообще в ходячий скелет. Но он выжил. Я приезжал в Москву, вместе с сестрой мы ходили его навещать. Говорили, что все будет хорошо. Но, почитав описание операции, я понял, что все, что было сделано напрасно. Вот. Ну и, естественно, улучшения состояния не происходило. Я не мог долго находиться в Москве.
и я опять уехал в Петербург. А моя сестра с ее мужем, Сашкой, они исполнили его последнюю просьбу. Он сказал, я хочу умереть на родине. И им выделили реанимобиль. И они опять через границу, практически нелегально, опять за взятку, перевезли отца в дом моего дяди Вовы, его брата родного. Когда мне позвонил Саша, муж сестры, все равно это, я до сих пор помню, я сидел в ординаторской, я писал историю болезни, блин, вечно. И это было где-то вечером. И, в общем-то, он сказал, что, Андрюха, держись, отец умер. Тогда было несколько ординаторов рядом. Вот. Я заплакал. Они налили мне стопку коньяка. Я ее выпил. Саша сказал, когда будут похороны. А я понял, что я не смогу приехать на похороны. Потому что я уже несколько раз занимал деньги на поездки. Сначала туда, потом в Украину, потом в Москву. И я понимал, что моя семья сейчас просто не может сделать так, чтобы я был с отцом. Но я не попал к нему на похороны. Я приехал только через год. Raudenta Christes mie, natel quile bies, Christe sceglimos ies, Alleluia. Natel si deus, mona optisa Danieli, sa genita mami satani, sa zi satani, sa forza kini satani, na tamara mi sta ucolo si ucolo si ucolo si ucolo. Когда 4 курса химиотерапии мы завершили, мне нужно было выполнить еще одну компьютерную томографию для того, чтобы понять, насколько это лечение было эффективно. Это было очень волнительно. Ну и, в общем-то, получив тот ответ, который мы получили, он, конечно, зародил во мне действительно очень большую надежду. Значительное уменьшение опухоли, уменьшение лимфоузлов. Опухоль по гастроскопии уменьшилась раза в 3. Ну, то есть, реально, это была такая маленькая победа. Она внушила во всех нас надежду на благоприятный исход. Потом было очень непросто решиться на продолжение химии. Да, и возникли мысли прооперировать сейчас, а потом будь что будет. Посидев, поговорив с грамотными химиотерапевтами и сам тоже включив, скажем так, отключив эмоции, включив мозг, можно сказать, что я пришел к мнению, что да, действительно 8 курсов были необходимы, потому что все же позитивные смывы и так называемая биологическая селекция, то есть мы должны были дать опухоли время для развития. Если бы за это время, пока мы проводим... Я провел, кстати, довольно качественную биологическую селекцию. 7 месяцев опухоль не развивалась. То есть за 7 месяцев у меня не развился канцероматоз, что удивительно, который, по идее, должен был развиться, если бы лечение было неэффективным, да? Но вроде бы все было хорошо. После 8 курсов получили стабилизацию процесса,
Вот. И решились на удаление желудка. Привет, родной. Ну как ты? Болит. Болит, я знаю, что болит. Сегодня мне сказали, надо ходить. Надо вставать, я знаю. Надо присаживаться. Договорились, сейчас сделаю эту комнату. Ну, мы с тобой будем потихонечку. Буду пытаться ходить, очень больно. Я знаю. Ходить нужно вначале научиться присаживаться и потихонечку вставать. Потихонечку будем с тобой держаться. Первые три дня. Я не представляю, как это будет. Я не ожидал, что вы так будете. Я знаю. Я уже это сказала. Я практически все время терплю. Все время. У меня не бывает светлых промежутков вообще. Может быть, есть вариант, Андрюш, что-то посильнее. Давай будем делать. Делать максимально все сильно. Максимально, да, сильно? А более серьезные препараты нельзя? Почему? На первое время. Сейчас поговорим. Я поговорю с Ниной. Ты, ну, зачем? Боль тоже это стресс, чтобы ты не мучился. Это с Ниной я с Черняховским поговорю. Не щурься. Как ты говоришь своих пациентов? На вторые сутки поднимаешь, да? Да. Как ты им говоришь, ну-ка? На вторые сутки. Ты заходишь в палату, что ты говоришь? Если в покое не болит, да, значит, можно подняться. Угу. А у меня болит даже в покое. А если покой болит, пациент тебе говорит, у меня болит в покое. Значит, мы его обезболиваем. Угу. Точно такой же подход. И потом, как ты ему говоришь, пациент говорит, знаете, мне больно, доктор, я не могу встать. Аккуратненько поднимаемся. Я тебе покажу сейчас, как. Я проведу мастер-класс.
А есть те, которые не хотят подниматься? Есть, конечно. Я, например. Давай бандаж. Давай-ка с медсестрой вместе сделаем. Или хочешь сам? Сейчас, подожди. Ой, извини. Хорошо? Лег. Так, подожди, не поняла. Здесь у тебя еще... Ты подключен к куче систем, да? Все хорошо. Сейчас тебя одену, подожди. Почти как хирургический костюм. Давай-ка это я держу, а тебе на всякий случай руки понадобятся, если вдруг что. Вот так, давай-ка. Все нормально. Вот так, да? Молодец. Если что, назад можно падать. Если что, назад можно падать. Ну, давай, пошли. Давай, я держу, а ты руки освободи. Не, я держу. Давай. Я держу все. Давай, я не волнуйся. Дойди до перевязочной. Да, чтобы ты круто сделал все то, что надо. Тихо-тихо, не торопись. Куда ты это... Вот. Все ушли. Вон там уже улыбаются девочки. Нет. Стой. Ну, мы уже вот. Легче стало. После анальгина. Да, ну, то есть хорошая идея. Хорошая идея, отлично. Ну, мы тогда так и будем делать. Трамал и анальгин. Да, особенно внутривенно. Ага. Это уже испробованный вариант. Ну, видишь. Вот эту штуку надо на шею поменять. Это будет значительно эргономичнее. А вот это все в мешок. Мешка у нас пока нет, да, никакого. Целлофан. Просто пакет. В целом, ну, по крайней мере, сейчас терпеть можно. Ну, хорошо. Да, мылись, почистили зубы, все. Уже не зря. Добрились. Уже не зря мы встретились. Добрились. Ну, я специально, давайте. Засудились, теперь почти. Добились эффекта. Мы уже побрились, помылись. Анальгин нормально. Надо будет так и делать после термала. Да. Вы убежит вообще так от нас. Ну, получше. Сиди, ты положиться хочешь уже.
Была молодая девочка, Юля. Могу, наверное, озвучить фамилию даже Толстых. Ее многие в диспансере могут помнить. Очень спокойная, грамотная, интеллигентная, интеллектуально развитая. Мне кажется, интеллект очень важно в этой ситуации, почему он позволяет взять контроль над эмоциями. Она пришла изначально после операции на яичнике, когда ей в районе по поводу кисты яичника удалили и выявили, что это метастаз перстневидно-клеточного рака. Отправили в онкодиспансер, мы ее обследовали и нашли маленькую небольшую такую язвочку в теле желудка. Всем должно быть понятно, что небольшая злая опухоль в теле желудка и отдаленный метастаз – это уже сразу изначально неоперабельная ситуация. То есть, ну, надо сразу констатировать четвертую стадию. Довольно сложно человеку в 29 лет рассказать о том, что она неизлечимо больна. Прошла две линии химиотерапии. Лечили мы ее в течение 1,5 лет. То есть тоже довольно много курсов, причем неэффективно. Она спрогрессировала на первой линии довольно быстро, через 1,5 года. Потом на второй линии довольно быстро тоже, через 1,5 года. Потом она пришла ко мне, села, я до сих пор помню, она спросила: «Андрей Николаевич, как бы вы поступили на моем месте?» А на тот момент у нее выпали все волосы, естественно, ну, то есть как бы типичная такая ситуация, связанная с токсичностью химиотерапии. Я сказал: «Ты знаешь, Юль, я бы, наверное, заканчивал с химией и жил бы так, как мне хочется». Конечно же, она приехала уже потом со ссытом, с раковой кахексией. Но она приехала и сказала: «Андрей Николаевич, спасибо. Знаете, я прожила эти 2 года так, как я хотела». Пока еще, ну, то есть у нее получилось почти 5-летняя выживаемость. Она, кстати, прожила больше, чем, вернее, прожила больше, чем я проживу после установки диагноза. Я не боюсь умереть. И я действительно не боюсь смерти. Я боюсь, что будет с моими детьми, которых я правильно воспитал. Я боюсь, что это дети, которые абсолютно не приспособлены к нашему дикому обществу. Я боюсь, что они не выживут в этом обществе без меня. Это единственное, что вызывает во мне гнев и желание жить дальше. Ничего страшного. Но мы бы не успели. За 2 дня я, честно говоря, сейчас не очень, ну, еще быстро устаю очень. Мне 1,5 часа работы за компьютером, и мне потом надо 1 час полежать точно. Поэтому я бы точно не успел сделать эту презентацию для тебя. Ну, вот сейчас отлаживаю питание потихонечку, да. Ну, глотается сложно, конечно. У меня очень тонкий пищевод, он сказал. Детский он меня его назвал. Оставь. Да. Соф, вот тебе мисочку бабушка дала. Сонь, да ты неправильно делаешь. Давай, возьми тарелочку побольше. Мне удобнее сразу туда. Да, ну просто на тарелочку. Потом выкину, сядь на тарелочку. Натюш, моцареллу хочешь? Аня, положи ты ему в конце концов котлету с пюре. Потом будешь разбирать. Да пусть использует каждый шанс. Данька, папе нужно поесть.
Дань. На, родной, держи. Я тебе даю хлебушек. Кушай хлебушек. Ну, молодец. Все, следим. Да, следим, чтобы тебя не забрали. На таком я большую Фунтику плохо пронесла. Фунтик, только Фунтик. Вот все вижу. Ну, Фунтик просто голодный. Да прямо голодный. А что, нет? Два раза в день. Фунтик! Два. Утром. Для собаки это немного? Ну да. Что я ешь? И чем ешь? Дай мне трогай. Ну что, не идет, пап? Мне котлет не пойдет. Ну, правильно, я тебе сказала, в суфле. Сколько ты еще будешь мучиться? Давай я тебе сделаю с этим, знаешь, какое? С телятиной, хочешь? А ты ее жуй, долго, пока она в кашу не будет. Надо, нельзя не надо это есть. А ферменты? Нет, ферменты я уже съел. Папа, что за ферменты? Уходите. Куда? Через месяц разбужу Ростомос и буду есть шашлык. Понятно? Да, я помню. Так, число сейчас запомню. И 100 грамм будет, да? Сейчас я не выложу. Андрей, что, опять капель не взяли? Можно. Вискаря? Нет, вискарь нельзя. А что можно? Вискарь? Можно. Коньяка, наверное, можно. Коньяк, водка есть. Можно водки. Давай с тобой по рюмке. Давай по рюмке. Давай тебе еще лепса включу. Точнее, мне пол рюмки. Чем лепса рюмка на столе и будем снять. Андрюша, а тебе точно будет хорошо? Мне будет хорошо, мама, поверь. А почему без коньяка тогда не Наверное, очень тяжелый был момент, связанный с тем, что, наверное, я не дал себе отдохнуть. Точнее, я не дал себе отдохнуть. Я вообще не дал себе отдохнуть. Да, то есть, начав вот этот вот проект, наверное, я не ожидал, что это будет настолько энергозатратно, эмоционально затратно. Потому что совершенно очевидно, что где-то к январю, может, даже к декабрю я выгорел окончательно. То есть я спалил себя дотла. Здравствуйте, Нит. Как ваши дела? Ничего. А ваши как? Да вроде тоже. Да, вы специально ради этого приехали? Да. Ну, вы герой. Еще больше, чем вы есть. Вы со Смолом или нет? С кем? Ну, у вас есть возможность что-то сказать? Да, я буду говорить. Супер. Хорошо. Жесткач, да, будете говорить? Ну, я буду говорить, как есть. Начались проблемы с командой фонда. То, что там не все гладко, то, что там все идет не так, как хочется. То, что там нет людей, которые бы понимали то, что я хочу. Нет людей, которые бы сделали то, что я хочу. То, что я вижу. Все это очень сильно меня подкосило. Я перестал спать, можно сказать, потерял покой. Да, то есть тревожность, симптомы такой астеноневротической явной реакции, астенический синдром. То есть полноценный астенический синдром. Я похудел очень сильно, мне было тяжело привыкнуть к новому режиму питания. И реально вот прям все навалилось, и было прям очень-очень сложно. Очень-очень сложно. И я пытался и делал то, что я должен был делать. Родилась идея о том, что программа обучения, которую мы планируем сейчас реализовать, будет финансироваться из этого фонда. Программа проведения клинических исследований в онкологии также мы планируем проводить финансирование из этого фонда. Программа скрининга, программа онкологических регистров – это
все те проблемы, которые в настоящее время стоят перед онкологами, мы попытаемся решить именно с помощью этого фонда. Мы попытаемся снизу использовать наши возможности для того, чтобы влиять на эти проблемы. Продуктивность упала колоссально. Ну, просто колоссально. Ну, где-то к февралю я понял, что самостоятельно справиться я не могу. То есть проблемы нарастали, состояние ухудшалось. Несмотря на то, что я начал оперировать уже в январе, в конце, да, 19-го года, я понимал, что, наверное, мне надо делать перерыв все же и на отдых. Я пошел к знакомому психотерапевту, мне выписали антидепрессанты, и я начал спать, потому что я не спал практически. Все вот так вот. И помните, говорили про поддержку? Я иногда читал отзывы о своих роликах, там, подкастах. Это давало мне определенную силу двигаться дальше и продолжать делать то, что я делаю. Через месяц, через полтора к любому онкологическому больному после тяжелой операции, особенно после комбинированного лечения, приходи 100%, вы выявите все признаки остена невротического состояния. И здесь очень важно, во-первых, нормальный специалист, который вам поможет с этим справиться. И часто, я бы сказал, в большинстве случаев требуется медикаментозная поддержка. То, что сделал я. Антидепрессанты необходимы. И это не значит, что вы слабый. Просто вы человек. Вы пережили тяжелейшую жизненную ситуацию, возможно. И вам необходима поддержка, вам необходима действительно медикаментозная терапия. Это часто так происходит. И я уверен, что в 90% случаев не происходит назначение никаких абсолютно препаратов. Это еще один пробел нашей, скажем так, онкологии российской. Определенные признаки прогрессирования, наверное, начались месяц назад. Я обратил внимание на то, что объем пищи, которую я могу съесть, он уменьшается. Вот. То есть мне приходилось реально в себя заталкивать еду. Это не всегда получалось. Возникли первые боли. Боли такие. Ну, поднывает и поднывает. Ну, я даже ничего не принимал по поводу этого. Но потом как-то я даже ночью не поспал из-за того, что у меня болело. В сентябре мне делали очередную компьютерную томографию, на которой явных признаков прогрессирования не нашли. Нашли незначительное увеличение, там небольшая прослойка жидкости, которая была еще год назад, то она чуть-чуть увеличилась. Ну, причем она увеличилась очень незначимо. Обычно всегда смотрят на малый таз, да, начинает копиться асцит сразу в малом тазу. Если там есть жидкость, ну, понятно, вопросов нет. Это, скорее всего, канцероматоз, прогрессирование. Саш, привет. А ты в каком? Привет. Здорово. Привет. Стас, задача. Да. Значит, пройти туда в кишку, посмотреть, насколько она сужена. Потому что, по всей видимости, на каком уровне. Если есть возможность аккуратненько пробужироваться, ну там пройти это сужение. И, ну, значит, надо пройти. Если не сможешь пройти, поймешь, что там оно дальше и дальше продолжается, ну, соответственно, все. На этом заканчиваю. Ну, посмотрим. Ну, да. Потоньше возьмем аппарат. Да. Если запишешь? Если там будет, конечно. Видос. Вес сейчас? Вес 59. 59. Да.
Если в принципе стабильный, я его пока не теряю. Ага. Так, единственное, что у меня в этой руке ничего, да? Ребята сделали 7 числа диагностическую лапароскопию и расставили все точки над «и», потому что выявлен тотальный канцероматоз, тотальный. То есть и париетальный, и висцеральный, то есть очаги опухоли распространились фактически по всем органам. Естественно, ну, скажем так, эвакуационная и пропускная способность значимо уменьшена, и за счет этого ну, я их худел, и объем потребляемой пищи уменьшился. В общем-то, с такой картиной я обычно даю пациентам от 3 до 6 месяцев. Мне записали, естественно, видео, я это просматривал сам. Я могу сказать, что после просмотра такого видео собрать себя в кучу было очень сложно. Это был удар. Это был колоссальный силы удар. Мысли разбежались. Вообще продуктивно мыслить невозможно было. Какие-то обрывочные сведения, как вспышки такие. Просто я не ожидал. Никто этого не ожидает. И я помню, как ребята мне это показывали. Уже было видно, что им было тяжело смотреть мне в глаза. Они тоже все прекрасно понимают. Вот. Нет, надо ехать, я иначе вообще в безумные пробки встряну. Я решил, что я ничего не буду делать для лечения. Ну, потому что с таким канцероматозом лечиться смысла нет. Абсолютно. Химиотерапия, она значимо ухудшит мое качество жизни, качество умирания, скажем так. А эффекта не будет никакого. Вот, куча мыслей сразу, да, что делать. Ну, в общем, я себя собирал в кучу, наверное, 4 дня. Апатия. Это реально апатия. То есть ты сидишь, и у тебя нет ни одной мысли в голове. Ты не понимаешь, за что тебе браться, хвататься, что делать, какие действия, что-то... Ну, что вообще? С чего начинать? Я реально понимал, что у меня очень мало времени. У нас есть, в принципе, с собой все. Все с собой есть. Угу. Сложно разве, да? Если что, не угу. Чай, какой-то бокалы нужны. Ага. Андрей Николаевич проверил все. На всякий случай. На всякий случай. Вот так вот, как тарелки, приборы, вилки, все нужно. Папочка. Смотри, нужно заехать в яхт-клуб и держаться левой стороны, там будет дорожка налево. И вот буквально проезжаем там, где яхта, потом будет еще одно небольшое такое... Я могу сказать, что как я вышел из этой ситуации, мне, как это ни странно, но помогла компьютерная игра.
То есть, когда тебе нужно отвлечься от каких-то тяжелых... Я давно не играл в компьютер. Я вообще, в принципе, последний раз в компьютерные игры играл, наверное, еще курсантом на компьютере. И в этот раз я тоже себе закачал такую особо не нужно думать игру. Вот. Ну, то есть там, где нужно бегать, стрелять всяких монстров и ни о чем не думать. Ну и как бы я хочу сказать, что я прошел ее за 3 дня. Что я делал 3 дня после диагностической лапароскопии? Я играл. Я не знаю, как это на самом деле объяснить. Просто хотелось куда-то уйти в другую реальность, не знаю, исчезнуть из этой реальности. Я прошел ее за 3 дня, вот после этого более-менее собрал себя в кучу. Начали появляться нормальные продуктивные мысли. Естественно, состоялся очень серьезный разговор с супругой. Конечно же, я озвучил все детям, всем. Старшая вроде в этот раз восприняла более спокойно, средняя сутки плакала. Сутки плакала. Я не мог их оставить без надежды, естественно. И разговор состоялся таким образом, что моя болезнь вернулась в одном из самых агрессивных вариантов, что, скорее всего, мне осталось жить какое-то время без озвучивания, естественно, там каких-то сроков. И я сказал, что папа будет пытаться бороться. Все. Я думаю, больше особо говорить здесь и не нужно. Потом все, естественно, прочитали там про новый метод иммунотерапии, панацея от всех болезней. Вот. И, ну, видимо, супруга со старшей дочкой поговорила. Меня прижали в уголок и сказали, если ты не попробуешь иммунотерапию, типа, ну, тут мы с тобой вообще... Ну, ты не хочешь использовать последний шанс? Ну, в общем, было сказано так. Ну, я реально понимаю, что шансов нет. Но ради них я начал иммунотерапию. Николаевич, привет. Дайте я вас познакомлю. Ну что? Катерина Валерьевна. Вы гинеколог. Гинеколог, который все хвалят. У кого не спроси, все хвалят. Наш дорогой Андрей Николаевич. Судя по тому, сколько вы
Иммунотерапии очень дорогой. Сегодня стану дороже еще на 4 тысячи. Еще не сделали? Еще не капали, да? Нет, сейчас будут капать. Какие у вас зовут? Закрылся мой, по-моему, энтеральный доступ. Ну, плохо ем, не могу есть. Застревает все. Сегодня хочу сделать эндоскопию, может, пробужировать. Либо посмотреть, может, стенд воткнуть, если там на ограниченном участке что-то. Если там тотально все там, ну, там, как говорится, без... Ну, понимаешь, да, если протяженное, ну, тогда тема закрыта и будет только парентеральное питание все. Ага. Да, пускаем. Вот они. Кстати, не очень много жидкости в животе. Да, по сравнению, да. Вообще. То есть таких грубых препятствий нет, да? Грубых нет. Жидкости есть вот по бокам. Ну, да, ну, это так, там, толщина слоя там 2 сантиметра. Не, ну, в принципе... Хорошо, что коты сделали. Спасибо вам. Да не за что. Катастрофы нет. Угу. Поедем или пойдем? А? Поедем или пойдем? Так аж пойдем. Пойдем. Андрюха, я был очень рад. Ну, мы на Новый год готовимся, потом 8 марта, вот 9 мая. 9 мая песни поем. Борис, рождитесь, пока, дорогой. Спасибо тебе. Все, я за неделю увижу, заеду. Маха. Андрюш, давай, пока. Меня крепко. Спасибо вам. По рукам пошел. Тебе спасибо. Вроде взрослый спасибо. Человек, да? Так. Пока! Пока! Ну ладно, счастливо. Ребята, всем пока. Я ничего не вижу, все. Короче. Поэтому всем просто пока. Тетя Аня. Все, держись. Ага. Пока. Пока. Давай, спасибо, что пришел. Яр, пойдем.
Андрей Николаевич, хочется спросить вас, где вы? Я в раю, Илья.